$100 тому, кто сможет обойти меня. Диого, на! Да, Изабель, парабенш. Да, бригада. Сегодня будет гонка, да? Может быть. Я буду вишенкой на торте. Доминик Торетто, я знал, что ты придешь за мной. Как жаль, не вышло встретиться в Риме. Мы оба были заняты. Я Данте, Анжанте. И ты. Было фантастико, о фабулосо, о кара. Он спас Ватикан. Кто способен на это? Серьезно? Папа? Бог? Кстати, ты уловил отсылку? Бомба прокатилась по городу, ровно как сейф моей семьи. Но она еще и пылала. Ты помнишь моего отца? Эрнан Рейс. Да. Помню, он думал, будто держит весь город под пятой. Ему это не помогло. Я победил его. Не будем ругаться на глазах у детей. Ты абсолютно прав. Мой отец был ужасным человеком. Плохим папочкой. Но он мне вообще-то нравился, а ты забрал его у меня, украл все наши деньги и оставил мне только страдания. За этим я сюда и пришел. Закончить твои страдания. Ой, деньги я себе не взял. Я сжег их. Что ж, Бразилия моя, и этот город мой. Такие, как ты, думают, что могут купить всех. Но невозможно купить уважение. Мы с домом. Неловкая ситуация. А давайте просто начнем палить друг в друга и посмотрим, что из этого выйдет. Или гонка. Выигрыш, сдамся. Проигрывать не советую. Вы все пришли сюда увидеть гонку. Погнали! На черном. О, вижу, ты заметил, да? И у меня цвета сочетаются идеально. Спасибо. Не могу поверить, соревнуюсь с самим Домиником Торетто. Аж бабочки в животе. Ты невероятный. Выиграл столько гонок. Все тебя любят. Ты стольким спас жизнь. Да уж. Ты прямо святой. Святой Доминик, я следил за тобой, изучал, но так и не смог понять, как ты решаешь, кого спасти. Rio de Janeiro, baby! Pronto!
нетерпеливый. Вот это я понимаю! Не-не-не-не-не-не, не стоит этого делать! Кого ты выберешь, Доминик? Делай выбор. Спасешь ее? Или же спасешь его? Вперед, детка! Это гонка моя! Эники, Беники, Ели... Похоже, ты сделал выбор. С подвохом. Умрут все. И раз, два, три. Поймал меня. Свободно! Член семьи. Слезь с моей машины. Какое неуважение. Сколько можно болтать? Ну ты сволочь! Слушай, а какой твой любимый балет? «Лебединое озеро». А ты, наверное, больше по Щелкунчику, да? И раз, и два, и... А вот сейчас... Она в беде. Как же спасти ее? Знаешь, в чем твоя слабость? В семье. Всех не спасешь. 5, 4. Вперед. 2. Это видно. Можно глаз Бога, пожалуйста? Пошел ты! Нет? Ну, пожалуйста. А, вот же он. Наконец-то. Меняю. Машина твоя. Эй, Доми! Ты задолжал мне много страданий. Твое наследие – ни деньги, ни власть, ни семья, которую ты забрал, и не твоя жизнь, а жизнь, что ты создал. Никого нет важнее для отца, чем его сын. Ты убил моего отца на этом мосту. И теперь я знаю, где найти твоего сына. Ашанте. Thank you.